This is not a tape recorder saying that he did it, but ever since that day, I was looking at him different. That was back when I was 9, Joey packed a 9, pack a stand on every porch is fine. We adapt to crime, pack a van with 4 guns at a time, with the sliding door, fuck it's up, fuck you shooting for. If you ain't walking up, you fucking punk, picking up the fucking pump, picking up you sucker, sucker, dick or die, a sucker punch, I wanna put this coming from. AKs, ARs, AR, duck, that's what mama said when we was eating that free lunch. Oh man, goddamn, all hell broke loose. You killed my cousin back in 94, fuck your truce, now crawl your head in that noose. You wind up dead on the news, ain't no peace treaty, just peace and BGs up to breathe. Bodies on top of bodies, IVs on top of IVs, obviously the coroner between the sheets like the Ozzy's. When you hop on that trolley, make sure your color's correct, make sure your corporate or they'll be calling your mother collect. They say the governor collect all of our taxes except when we in traffic and tragic happens, that shit ain't no threat. Корова 1.3, повседневный автомобиль, который вывозит в Москву. Замучил. Это техничка. Техничка. Техничка, которая нас выручает иногда. Да. Ну вот, в общем, первый день в Москве. Съели по, грубо говоря, шаверме Макдональдса. Едем за Марком. Ну что ж, друзья, мы приехали на стоянку. Поставили турбо супер техничку 1.3. И взяли наконец-то корча. Ну и который видели как. Что-то, блядь, с холостыми никак. Я вот не понимаю, как это повседневно ездить на такой машине можно. В пробке, например. Да нормально. Да ничего нормального нет. Соседи, например. Соседи, походу, привыкли. Сигнализации, например, там. Помыться можно? Давай, давай, натирай. А почему солнце зеленое, японское? Японское солнце зеленое. Радиации подверглось? Да. С последними событиями. Боже. Пока Lamborghini с Ferrari не подъехали. На фоне других машин всяких вот таких вот. Вот, например, Renault едет желтый. Мы факт лучше выглядел. Ну вот, мы находимся на Воробьевых горах. Сигареты-то убери, мы же здоровый образ жизни. Фонтанчик. Ты говоришь, тут каждый вечер, да, бардак? Бардак, вы такой бардак. Тренировочная площадка. Давай это покурим, а? А что, ты устал ехать? Сколько километров проехали уже? Километров 80. От заправки? От заправки, это все. Расскажи что-нибудь про машину, про новое это. После того, как мы поездили-то в тот раз, тут же видоизменилось внутри что-то? Да, изменилось. Не, снаружи понятно, винил новый. Это вибрация, да, была просто? Да, это по лестнице. Поворотник. Вот говорит, в Владивостоке постоянно кто-то их тырит, вот эти штуки. Они очень жестко прикреплены, поэтому стырить нереально, но просто... Руки из жопы растут, не могу сделать. А, так что там с мотором? С мотором? Что с мотором? Переделали коллег. Как там у нас с мотором?
Нормально все. Ну, покажи что-нибудь. Грязно. Ну, да ладно, что ты прям как этот, блин. Я, говорит, не постриженный, мотор грязный. Что как этот самый? У нас в планах поменять коробку и помыть мотор полностью. Рентабельный вид? Презентабельный. Грузить на автовоз Нижний Новгород, да? Да. Просто в Москве очень грязная дорога, дождь. Да. Я часто мою мотор, но все равно. Ну и ладно, что тут все оранжевое. Это ничего ни о чем не говорит. Что это за улитка? Гаррет 4888R. Так, внутри что-нибудь кишечное поменено? Нет, ничего. Остальное все как было, литровые инжектора. Мужик чистит. Ничего не слышно было только что. Да. Литровые инжектора, низ сток, в принципе. Шпильки РП стоят. Вот и цилиндр. Ага. Коллектор переделали. Грейди коллектор пришлось переделать под Флянец 3-4 под эту турбину. Ну. Наконец-то установил бычок омывателя. Вот справа, в правом крайнем углу очень аккуратно стоит. Понятно, понять, что у меня не совсем руки в жопу растут. Но это же с другого автомобиля. Ну, конечно. Из другого города он в любом случае. Из японского города. Сука, японский город. И машина, походу, это оттуда же, да? Ну да, машина, с которой я украл. Японского города. Это, ну, а, то есть, получается, низ полностью сток остался. Да, пока, да, времени. Сверху задуто просто турбинами около 700 лошадиных сил, и ты даешь по бусту давление сколько? Баррель? Ну, когда настраивали на стенде, дули 1,65, сняли 740 лошадиных сил. То есть, ты считаешь, что это нормально на стоковой, поршневой группе? Я не знаю, нормально или нет. Но мотор проехал после переборки уже там, в районе 7-8 тысяч километров. Я что-то не засек, если честно. Я потом позвоню, узнаю. И, в принципе, далеко не в спокойном режиме. На стенде мы сделали 19 прогонов на 4-й передаче на максимальных бустах. Сань, ты что-то побледнел. Грузим мы машины вечером в пятницу. Пятницу какого числа? 6 числа. Воу-воу. Ты не интересен стал. Ну. В пятницу в 4 часа вечера. Нет, вечером. Ага. 6 вечером еще точно не знаю, во сколько, где мы грузим машины. Вот так вот, да, говоришь, тут дрифтуют, да? Сань. Да. Именно так, то есть один толкает. Ну, мы вот частично ездили NES, All Star и DC ездили. Везде стоят клиперы, везде идут агрессивные постановки. Вот это ребята, посмотри, ребята на BMW. На 750 сил ставишь заварку. Лучше, чем 2,2. Да вообще любой редуктор умный не ставь. Просто завари. Да я уже понял, да. Просто в смысле, да, просто. Самая ситуация того, что мне посоветовали только что поставить заварку. Сань, видал, на чем надо ездить? Такси, бро. Или что-то я неправильно читаю? Бро вроде, да. Бро? Или Бородино? Или что? Бро, это бро. Такси, бро, да. Такси, бро. Эй, бро! Такси, такси бро. Такси бро советую ставить заварку.
Я не ношу просто возле сердца. Маш, ты так и скажи, чтобы потом каждый день вот так вот. Да я знаю, что так и будет. Утром и днем, и ночью, чтобы пришел с работы с дочей сидеть. Я уже забыла, что ты там сидишь просто. Везде этот папарацци, блядь. Такой невзрачненький. Невзрачненький. Так дома ночью проснешься, а ты и там сидишь. Кто тебя знает? Ну да. Что делаешь? Да так снимаю. Ну что, как? Москва. Москва стоит, белокамера. Ну а вон МГУ стоит. Что ты собрал? Ну вот стоим на МГУ. Народу много. Кажется, дождь начинается. Я думал, в районе обеда я нормально. Все газуют тут. Мы не газуем. Опа, что-то летит. Ага. Уже не летит. Эволюция. Эво. А что ты опять меня снимаешь? В хроме в золотом. В зеленом хроме, по-моему. Все бурчат на выхлопов нормальных. Он огнем стреляет снизу. Я тебе отвечаю. Вон он, с края справа. Заглохло, что ли? Все, что ли? Кина не будет, блядь. Немножко не подходит? Немножко, да, чуть-чуть не подходит. Алло? Чуть-чуть голос привезли. Хватит? Еще не считал, сейчас буду думать. Сейчас надо посчитать, сколько в марку залезет колес. Инструмент, все, и там. Короче, еще, скорее всего, колеса три надо будет еще привезти про запас. Лишнего не будет, а то вдруг не хватит. Начинается. Дрифт такси, да? Ну, возможно. За полтос. Кстати, мой новый автомобиль. Завтра соревнования. Как будет называться? Еще название не придумал. Но Александр сказал, что автомобиль на стадии завершения. Вот буквально через 2 часа мы заведемся и поедем. Можешь посмотреть на мотор. Как он называется, мотор нового поколения? Невидимый. Нано? А? Покажи мотор, покажи. Как он называется? Где? Где? Просто мотор где? Где? Мотор где? Блядь, смотри, там мотор, там мотор, тут мотор, здесь. Может, ты заместо мотора, блядь? У тебя толку будет. С марки снимем мотор. Вон мотор стоит зеленый, ёп. Вот зеленый, никуда снимаешь. Куда марка поставить? Марка? Перед воротами также поставить. Тоже дом, хочешь поехать? У меня подходит. Я не знаю, что происходит. Я думаю, что просто нужно зарегистрироваться. Завтра вечером сразу гоню автовоз. А клеится так? Я в грунте еду. А не покрасили? Нет, блядь, краска спучилась вся. Грунт не высохнет? Да. Слышь, ты не белоснежка, ты серым гномиком поедешь? Да ты переодевайся, тебя люди ждут. Вот, а потом искать будет.
Ладно, все, я поеду, потому что меня жена ждет. Она намного злее, чем. Ты че с этим блоком меня скидываешь? А, ты тоже грузишься сразу, да? Не, ну помогает. О. Выше заходи. Что, Сань, будешь Скайлайна когда-нибудь собирать? Скайлайна 35-го будешь когда-нибудь собирать? Да? Ну, сзади-то Скайлайн. Впереди Скайлайн. Это что, морды? Ну, я видел, а. Тут пока он красивее. А что, прикольно, до и после. До и после? Ну, ну потом же он будет. Что, одно ведро, что другое ведро. Да ладно, начинается. Нас, ладно, я поехал погрузиться. А где грузиться-то? Там же. Там же, да? А, они развернулись просто? Да. Все, спасибо огромное. Вывалилась такая вся. Я вышла. Все как коктейл. Что ты меня снимаешь всегда, когда я ем? Все подумают, что я всегда ем. По тебе не скажешь. У-ху. Что сегодня у нас? А, реклама, точно я забыл. Ну что, готово? Надо говорить да. 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 Yeah. Я всегда думал, что ты ездишь на этой машине почему-то. Знаешь, я тоже так думала. Ну. А тут в один день прихожу, а там наклейка Савочкин А. Ага. Я вот в недоумении. Не, там просто ошибка Савочкина. Я тоже так думала, там внизу была Савочкина. А-а-а. Вот про него я говорила. А, про него? А что про меня? Что, я опять его хочу? Нет. Суть в том, что я как-то пришла в бок, а на моей машине я почему-то не просто Савочкина М, а еще Савочкин А. А-а-а. Я говорю, это было Савочкина А. Вот она, чё, Юрий Бенедиктович? Я, у меня бумажка есть, я могу потом сделать и отдать прикрепить. Нет, файл документ еще, чтоб скачали. И чё, в какой грузиться будем? Не знаю, какой скажет. Смотри. Мне вот слева больше нравится. Вот этот кривенький. Это просто так стоит. И вот, все? Ровненько. Ну. Мне желательно где поровнее. Быстрее заглубиться. Поровнее. Поровнее, братан, 500 рублей. Что там про дрифт только что, Маш, было? Это шуточки были. Какие шуточки? Дрифт это. А до этого? До этого горячка была. Вспыхнула горячка резко и утихла, да? Все залилось кока-колой. Ладно, вот. Романтика с дрифтом. Хорошая Сильвия, да? Марк хороший. Марк. Желтого найдешь? Найдешь. Сумка. Сумки. Сумки.